Привет, друзья! Талочка сегодня на работе. А я тут, может, кто видел фильм, ну вот старшее поколение. Там все снимаю природу, вот тут небо, тут тучи. Ну так, вроде, про между прочим, знаете, вроде мне делать больше нехер. Ой, извиняюсь, нечего. Этот фильм «Невеста Севера», «Невеста Севера». Кто видел, помните, там такой эпизод, как армяне приехали сватать русскую девчонку в какую ж область, забыл, в какую. Радик, стой тут, сейчас пойдем. Радик, ну неважно. И а мама этой девчонки уехала, она была председателем или сельсовета, или как. Будь здоров, Радюха. Будь здоров. Будь здоров. А армяне, ну там же Кавказ. Мужчина в доме хозяин. Они спрашивают, ну ты мужчина, ты хозяин. А он такой стоит, полненький, я забыл, как артиста того фамилия. Ну, вообще-то, хозяин в доме, конечно, я. Но вот приедет Марья Ивановна, ну и типа того же пиздюлей мне даст. Поняли? Радюшка, пошли, пока Аллочка на работе, мы с тобой в доме теперь хозяева. Я вот к чему его вспомнил. Пошли с тобой сходим в подвал. Пошли глянем, что там у нас на зиму Аллочка наготовила. Это вот еще надо баню отремонтировать, мойку поставить. Туда это у нас вот такой виноград. Да. Ам-ам, конечно, Радюшенька, конечно, мой зайчик. Сейчас я включу свет. Стой тут, не ходи, я включу свет. Это вот так, о, громыхает. Стреляют, суки. Да. Вот тут Аллочка занесла помидоры, подвал поставила. Сейчас, сыночек, чтобы они дозревали. А мы сейчас включим свет. Ты не упадешь здесь, будешь идти? Нет? Ну пойдем, а вот вход в подвал у нас, видите, да. Ступеньки такие. Эта Аллочка тут уже начала белить известью стены, ну дезинфекцию, высушивать от заболеваний. Ага, сыночек, иди потихонечку, вот тут уже у нас огурчики стоят с нового урожая. Где мы, красавец? Вот она идет. Да что ты? Да. Вот огурчики Аллочка позакрывала уже, видишь? А это перец. Перец молотый еще с того года стоит, трехлитровая банка. Тут у нас это пустые. Тут морс. О, там вон арбузы закрытые. И молчит, а ты же партизан. Эх, и ты твою кочерышку. А то еще прошлогодние огурцы стоят. Ага. Так что это у нас такой закром под картофель. Вот один. Вот второй. Это тут ящик, и мы в ящике. Она так прорастает. Это вот бочки такие с нержавейки. Мы в них эти помидоры засаливаем. Вон стоят. В банках. А это что-то она тут веревками позавязывала. Что-то тут она варенье, наверное, закрывала, что ли. Видите, сколько варенья уже она закрывала, наша Аллочка. Это тушенка. Еще с прошлого года, по-моему, стоит. А это вот варенье тут у нас. Всякие разные стоят еще с того года. А это уже вот свежие. Это моду абрикосы закрыла компот. Жанночка нас любит. Ну и Ванечка, я думаю, не будет отказываться. Ростислав к нам не ездит. Он похерил это дело. И родители нахер не нужны. Вот это тот от нее. Ага. Ну, что я вам скажу, дорогие ребята. Вот варенье. Это третья полка. Варенье тут с клубники,
Это абрикосы как компот, а это варенье абрикосовое. Это тушенка. Ага, это магазинное. Это наша, это зеленые. А не это огурцы с чем-то там. Какие-то рецепты там. Это прошлогодние еще помидорчики есть, но там банка взорвалась. Надо будет свиньям отдать. Забродила где-то, воздух нервно попал. Так, Радюшенька, на малочка говорила, когда уезжала на работу, чтобы мы две банки. Так, а ну-ка на, зайчик, держи. Сейчас еще одну. Посмотрим, то 700-граммовая. Стой, стой, что? Вот она. Не-не, то большая, то 3 литра. А нам надо одна, вот она. Вот такая. Вот видишь, а то мы забудем, Аллочка. Привет, скажет, вы выполнили, что я вам говорила. Не скажет, просила, что говорила. Хозяева. То еще и получим с тобой и на орехи, да? Оно нам надо, да? Поэтому, чтобы не получить на орехи, мы эти банки лучше сейчас отнесем, Аллочки, да? Ты слышишь, что я говорю? Чтобы не получить на орехи, мы сейчас отнесем, да? Крышки? Да. А крышки, что у Аллочки есть в столе там? Да. Да, ну все, скорее, пока-пока. Арина, отуп. Молодец! Котляров, Сергей Котляров на Ютубе, да, Радюха? А ты там, а парень. Пока-пока.